В клубе Кировского района города Тбилиси в эти дни выступает детский хореографический ансамбль «Схиви», что в переводе означает «луч». Эти ребята, которые сейчас с легкостью и удовольствием исполняют самые сложные хореографические номера, познали азбуку танца у своих учителей, молодых хореографов Милери Цирикидзе и Тамаза Бурчуладзе. Самому младшему из участников ансамбля 7 лет, старшему 13. В репертуаре ансамбля «Схиви» танцы характерны для различных районов Грузии. Здесь и бытовые, лирические, шуточные. Эти красочные костюмы созданы для юных танцоров по эскизам заслуженного деятеля искусств Грузии Вано Аскурава. Нынешним летом участники «Схиви» выступали перед школьниками Москвы, Ленинграда, показали свое мастерство труженикам сел, рабочим промышленных предприятий Грузии.